Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в рамках творческого проекта «Созвездие культур» вместе с народным коллективом студии индийского танца и танцев народов Азии «Савитри» мы проведем мастер-класс народного стилизованного китайского танца. История китайского танца насчитывает более 5000 лет. Как и во многих культурах по всему миру, ранние китайские танцы основывались на религиозных убеждениях. Но на протяжении многих лет обычные китайские народные танцы превратились в сложные и красивые постановки, которые стали очень популярны по всему миру. Во время проведения мастер-класса будут разучиваться различные элементы китайского стилизованного народного танца, которые соединятся сначала в танцевальной связке, а затем будут использованы для создания хореографической композиции, которую исполнят участники мастер-класса. А теперь я с удовольствием передаю слово руководителю коллектива Комкиной Ольге Андреевне. Здравствуйте. Первое, чем мы займемся, это будем учиться с вами раскрывать правильно веера. Для этого мы немножечко раскрываем ручки веера, раскладываем. Иначе будет сложно полностью раскрыть веер, девочки. Да, вот так у вас полностью сложен веер, вы немножечко так направляете его. Беремся большим пальцем и указательными пальчиками за крайние палочки. Держим правильно. И резко раскрываем, резким движением подаем веер вниз. Раз. Еще разочек. Складываем об себя и не до конца. Не до конца. Хорошо. Еще раз. И раз. Хорошо. Опять складываем. И теперь резким движением к себе. Не вниз, а к себе раскрываем. Раз. Угу. Еще раз сложили. Ручки вверх подняли. И резким движением вниз к себе подаем. Раз. Замечательно. Раскрыли. Это первое движение, которое нужно научиться. Дальше с вами, смотрите, раскрываем веера и складываемся. Обязательно посмотрите, чтобы ваши картинки были. Вот у меня сейчас неправильный веер, потому что один так, другой не знаю. Но мы разворачиваем веера. Вот. Чтобы картинка была на зрителя. Угу. Я посмотрю. Замечательно. Замечательно. Хорошо. Складываем. И теперь у нас с вами раскрытие веера к себе. То есть мы вот движением резким на себя. За раз, раскрываем. Три, четыре и раз. Получилось? Еще раз сложили. И опять то же самое движение к себе. И раз. Угу. Замечательно. Сложили. И последний разочек ручки вверх. Раз. Раскрыли. Хорошо. Следующее, чему нам нужно с вами научиться, правильно владеть веером обязательно, то есть с ним тужиться. Берем веер вот таким образом, то есть большим пальчиком мы придерживаем с вами узел внизу, где связка есть связка всех палочек. Держим двумя ручками, второй тоже так же держим. Хорошо. И пальчиками раскрываем, держим, фиксируем, чтобы веер не складывался. Понятно, да? Вот так. Угу. Смотрю, держим пальчиками, фиксируем. Молодцы, замечательно. Для чего нам нужно это? Для наших движений. Таким образом мы держим, когда делаем чакру, я вам сейчас это все дело покажу. Волна, то же самое. Повороты мы держим веера именно таким способом. Потом переключаемся через закрытие, опять раскрытие. Угу. И опять раз, перевернули. Хорошо. И обратно, раз, ручки взяли. И еще разочек перевернули. Угу. И обратно в исходную взяли. Замечательно. Теперь с вами сделаем выход. Выход мы с вами выходим из-за кулис. Хорошо. Закрылись. Впереди правая ручка, сзади левая ручка. И картинки у вас к себе.
То есть рисунок мы спрятали. И на спине был, ой, неправильно взяла. Неправильно. А на спине у нас открыто. Почему это? Для того, что когда мы раскрываем руки, у нас рисунок на зрителя. Картинка на зрителя. Хорошо. Спрятали. Выход. Ножки. Ножки мы с вами идем быстро, мелким шагом, на пяточку. Пальчики оставляем последний, ставим на пол. Пяточку. Пяточку. Ага. Носочки последние у нас уходят. Мелко. У нас получается, что коленка прям с коленкой. То есть большой шаг мы с вами делаем. Это традиционный китайский шаг. Мелко, быстро. Давайте. Три, четыре. И пошли. Раз, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Угу. Еще разок. Все поняли, да? Три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Таким же шагом мы с вами делаем поворотики. Поворотики не будем менять. Поворотики с продвижением, да? Помните, мы с вами делали. Хорошо, пошли. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восьмерочка, два, три, четыре, пять, шесть. Плывем, плывем. Мягенько, мягенько. Хорошо. Молодцы, запомнили. Большие повороты. У нас с вами коленочка, пяточка высоко стирается. Мы идем раз, пяточка, два, три, четыре. На пяточку. На пяточку. Угу. Хорошо. Вот мы с вами выходим мелкими шажочками за кулисы. Пошли. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пришли. Приветствуем зрителя. В одну сторону присаживаемся, коленочки вместе. Вторую сторону. И раскрываем. Вера. Показали свои красивые картинки на верах. Делаем раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так мы машем. Еще смотрю на вас. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Замечательно. Дальше мы разворачиваем веер левой руки в то положение, как я вас учила. Придерживаем большим пальцем. Второй тоже. И через вперед закрываем. Проводим перед собой на уровне груди. За этот момент у нас с вами вот встретились. Пока мы ведем правую ручку к себе, у нас левая ручка развернулась. А вот набрала. Извиняюсь. Давайте, девочки, еще раз. По себе поднимаем. И когда у нас веер опускается, подождите сейчас. Раз. И вот они у нас переворачиваются. То есть проводим веер перед собой, разворачиваем их и делаем круг, приседая немножечко у нас пружинка. И перед собой наверху ручку поднимаем. Еще разочек. Раскрыли, держим веера. И раз, и два, три. Еще разок. Раскрыли. И раз, два, три. Носик поворачиваем в левую сторону. И у нас шагами мы с вами делаем поворот. Пяточка высоко. Раз, два. На пяточку, на пяточку, на пяточку. Еще разочек поворот. И на левую ножку у нас первая. Раз, два, три. Доворачиваемся, четыре. В другую сторону делаем то же самое. Раскрыли. Держим раскрытые веера. Пальчиками держим. И проводим перед собой. Раз. Переворачиваемся. Два. Через небольшой веер. Три. Еще разок. И
Держим. Раз. Два. Три. И поворот также вправо. И пяточка высоко. Раз. Два. Носик у нас, да, рукой. В правую сторону смотрим. Пришли. Хорошо? Давайте еще раз повернемся. Носик смотрит у нас на правую ручку. И раз, два, три, четыре. Угу, хорошо, давайте еще. И раз, два, три. И раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три. И раз, два, три, четыре. Замечательно. Расслабились немножечко ручки. Немножечко ручки с вами. Расслабим, расслабим, потому что тяжело вверх держать. Замечательно. Давайте на разгляд. Три, четыре. И раз. Стоп. Рука у нас не так держит вверх. Вот. Хорошо. Подошли. Ага. Правильно держим вверх. Вот так. Раскрыли. Ручки вытянули, ручки прямые. Все, не так. Хорошо, поехали. И стоп, неправильно держишь. Рука у нас правая, так же держишь, как и левая. Вот так. Не вот так. Вот. Ага. Вот. Поехали. Три, четыре. И раз. Нет. Девочки, посмотрите, без этого. Вот, давайте я все попанзил. Вот я встала. Сюда зеркальный вам делаю. Рука. Неправильно с держишь руку. Вот так. Да. По себе. Дальше переворачиваю вверх. Опускаю руку. Над головой. Раз. Носик у меня в ту сторону делает. Рука внизу. Да. Хорошо. В другую сторону. Давайте то же самое. Держим правильный ран. И раз, переворачиваем вверх, два, присели, носиком провожаем, три, хорошо, смотрю на вас, в левую сторону сначала, поехали, и раз, два, три, поворот, и раз, два, три, четыре. В другую сторону. И правильную руку держим вверх. Раз. Два. Три. Поворот. Раз. Два. Три. Четыре. Молодцы. Угу. Выходом. Давайте немножко назад отойдем. Чуть-чуть. Вот вы делаете выход. Вот этот момент. На длительное приветствие. Поехали. И раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Приветствуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раскрылись. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы. И ручки. Раз, два, три, четыре, поворот. Раз, два, три, четыре. В другую. И раз, два, три, четыре. Поворот. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Опустили ручки, расслабили, расслабили, расслабили. Следующее движение. Держим ее. Сторона. Рисунком на зрителя. Хорошо. И мы левой ручкой поглаживаем, так бы, проводим мимо правой руки. Раз, два, присядем сюда. И перехватываем ручку и делаем восьмерочку. Раз, два, три, четыре. Как бы спускаем ручки до исходной. Угу, хорошо. Еще раз. И раз, два, три, четыре, перехватываем. Раз, два, три, четыре. Другой рукой. То же самое. Раз, два, три, четыре. Перехватываем. Раз, два, три, четыре.
Понятно? Еще. И раз, два, три, четыре. Восьмерочка. Раз, два, три, четыре. Замечательно. Еще раз повторяю. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Понятно? Можем на вас посмотрю. Готовы? Три, четыре. И раз, два. Стоп. Стоп, 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 стоп. Здесь мы веер держим. Вот так вот отсюда. Переносим. Вот здесь. И разворачиваем ручку. И вот здесь доводим вниз. То есть круг большой. Два больших круга. Ручку мы держим вот так. Даже наши. Сюда. Ну вот так, в сторону. Так. И вот. Переворачиваем. Вот. Хорошо. Давайте вместе. Приготовились. Раскрыли. Сходно положили. Три, четыре. И раз, два, три, четыре. Наверху рука. Раз, два. Спускаем. Три, четыре. Не перехватили ручки. Девочки, посмотрите. Вот мы делаем вот в таком положении ручки у нас. А когда мы делаем восьмерку, так, вот, как вы делаете сейчас, неудобно, крутите неправильно, это не работает. В данный момент верное продолжение вашей руки. А нам нужно, чтобы когда мы делаем восьмерочку, да, Соня, у нас веер продолжение руки. То есть мы его здесь перехватываем. Вот вышла рука вверх, перехватили. Видите? Вот так. Да. И тогда у вас получится красивая восьмерочка. Вторая рука тоже раскрыли. Перехватили. Вот было. Перехватили. И делаем раз, два, три, четыре. Понятно? Таким образом у вас кисть крутится за счет запястья, гибкости. Когда у вас ручки, пальчики сложены в исходное положение, не крутится так рука красиво, нет плавности в руках. Хорошо, еще раз смотрю. Понятно всем, да? Давайте еще раз. Готовы? Исходное. Ага. Хорошо, пошли. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Смотрите, не пытайтесь прям накрутить, 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 накрутить. Да? Сейчас мы медленно, я вам диктую, вы делаете раз, два, три, четыре. Угу. Еще разочек. Готово. Угу. Плавнее, плавнее ручку, когда делаете восьмерочку. Плавнее, крутите больше, чтобы у вас уголочек верхний разворачивался хорошо, чтобы не было плоских. Угу. Три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да? Давай еще разочек все вместе на камеру. Три, четыре. И раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Хорошо, хорошо. Так, дальше мы с вами играем наклон, да? Правую руку мы делаем вверх назад. Левая ножка у нас впереди, наклон, прогиб назад. И делаем снизу вверх, ведем восьмерочку. Высоко, 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 высоко. Здесь четыре раза спускаем, ставим. Вот так. Иначе у вас не будет, девочки, ручка вот так. Нормальная восьмерка. Пошлите прогиб. И раз, два, смотрю на вас, три, четыре, стоим. Пять, шесть, восемь, спускаемся. Два, три, четыре. Молодцы, еще раз. Посмотрите момент. Когда вы делаете прогиб,
у вас рука не здесь туда идет, а вот отсюда, вот от себя, и веер по прямой, вытягивая руку, вытягивается у вас вверх. Ясно? Не так, чтобы перед собой, нет, рядышком, недалеко, не вытягивайте руку, неудобно. Вот отсюда наклон у вас пошел вниз, ага, и пошел у вас веер вверх. Хорошо? Приготовились. А здесь мы держим не вот так, а по спинке. Веер у нас по спинке мы хвостики не делаем. Готов. 3, 4. И раз, 2, 3, 4. Держим. 5, 6, 7, 8. Спускаем. 1, 2, 3, 4. Замечательно. Еще разочек. И раз, 2. Ближе к себе. Соли руку. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4. Спустили. Молодцы. Хорошо. Замечательно. Следующее упражнение с вами. Движение, повороты. Вокруг себя. Веер к вееру ближе. Правая ручка. Да. Правая рука у вас как бы догоняет левую. Правый веер догоняет левый рядом. И при повороте мы разворачиваем правый веер. Чуть вот так вот на себя. 3, 4, пошли. Но голова у нас при повороте остается. Носик остается. Ясно? Шаг у нас также на пяточку мелкий. И мы рисуем как маленький кружок вокруг себя. 3, 4, пошли. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Перевели в другую сторону. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. Следующее упражнение у нас с вами чакра. Держим правильно руки. Ага. И пошли. Бабочку сначала, да? Поворотики. И сначала мы с вами диагонально возвращаемся волной. Смотрите. И 1, 2, 3, 4. Тянемся. Ручку вытягиваю правую дальше, левую ближе. И пошла волна. Назад идем. 1, 2, 3, 4. То же самое в другую сторону. 1, 2, 3, 4. Волна. 1, 2, 3, 4. Чакра посерединке. 1, 2, 3, 4. И сделали бабочку. Картинку у нас на зрителя. Ножки вместе. И 1, и 2. И 1, и 2. Перевернули бабочку. Так, секунду. Держала. Перевернули бабочку. И 1, 2, 3, 4. Еще раз держим. И 1, 2, 3, 4. Замечательно. Раскрыли ручки. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Замечательно. Дальше у нас с вами шаг. Шагаем с вами вперед. Ножку поднимаем. 2, 1, 2. Носок и не натянут, но и не на себя, не утюг. Свободная стопа. Да. Нога... Натяни носок. Нога опорная у вас согнута. Второй раз. Держим равновесие. Хорошо. Делаем 1. У нас были с вами веера раскрыты. Шаг. 1. Мы складываем веера. И 1. Поднимаем ножку. И веера раскрывается. 2. Делаем 3, 4. Ставим. 1. Поднимаем на 2 ножку. Делаем 3, 4. И поворотик. 1. Мельница. 7. 1, 2. Еще 1. Мельница. 7. 1, 2. Хорошо. Дальше бежим до задов. И 1, 2, 3, 4. Меняетесь местами. И 1, 2, 3. Девочки, вокруг себя поворотики делают. И 1, 2, 3, 4. В другую сторону.
Еще раз. Повороты до задом. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Дальше. Вера. Вот таким образом. Угу. Где? Раз. Два. Три. Четыре. Еще. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Как у нас? Оп, вот так. Угу. Конечно. Ага. Еще раз. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Ага. Дальше у нас с вами. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Надеемся, что сегодня вы узнали для себя много нового и интересного. До свидания, до новых встреч!